Так, дед, блядь. Сейчас будет атака. Атака. Атака деданов, нахуй. На металкор станцию, блядь. Ща мы надушним, и мы с ним, блядь. Да. Да. Ну, это, как бы, вот и все. Да, пока останься. Танцы. Ну, короче, сегодня классно проводим время. Впрочем, как и всегда, пирожочки. Надеемся, у вас все классно. Лёха, у тебя все классно? Замечательно все. Лёха уже какой день отдыхает в Пятигорске, жрет местную еду, да. Кайфует и вот это все. Это реально, как будто я не к деду приехал, а к бабушке гостить, уже на пирожочках уже отъелся. Да, я его, наверное, накормлю, но это самое. Короче, Лёха присутствует, шляпа, микрофон и зеленая ушлепина. Сегодня смотрим, слушаем что-то интересное. Выпуск с Чойфом. Да, так аккуратно, опять ничем не уронить. Спасибо. Так, станция, короче, сегодня пироги очень интересные и чрезвычайно вкусные, да. Потому что для начала всем, кто придет посмотреть эту реакцию извне мира металкора, здравствуйте и добро пожаловать на великую металкор-станцию. Суть в чем? Тут давеча, любимое мое слово, выходит клип у группы, я не знаю, как она правильная, вот это вот. Отукен? Отукен, да. Отукен? Да. О, это мои любимые, это что же, блин. Да? Вот у них коллабы с этим диджеем, забыл, как его. Ну, короче. Мы ее на стримах смотрели, да, короче. Так. А ты видел, что они последнее выпустили? Я что-то видел, у них анонсы были с Экзибитом, что-то они вроде как должны были вот выпустить. Вышел клип с Экзибитом! Врубай. Ты прикинь вообще, Экзибит! И наши девочки потрясающие. Да, это вообще, что такое? Блин. Это надо смотреть. Я не знаю, как у них получается, блин. У Метаскан диджей вот этот. Вот он тоже как бы известный в транс-музыке. Плюс у Экзибит. Дальше я не знаю, что они с Джимом Керри клип снимать будут. Я хз, но это очень интересно. Да. Invisions. Тем временем тоже закинули нам на стриме. Вот. Кстати, насчет стримов. Приходите на стримы, потому что там можно заказывать свою музыку. Заказывайте свою музыку, с кайфом сидите ее слушайте. Плюс еще там можно пообщаться, потому что чат абсолютно адекватный. Я сам его сижу, модерирую. Вот. И обмен музыкой, потому что ты заходишь на стрим и потом вот так вот собираешь, как горячие пирожки, новые треки себе в плейлист. Классно, классно. Стримы, чтобы за стримами следить, телега в описании, залетайте. Да, и немножко котиков бывает. И немножко котиков обязательно. Вот, Invisions нам закинули новый трек на реакцию, мы послушали. По-моему, ты как раз ехал в этот момент. Ну, да, да. Вот, и не застал. Просто посмотрим. Они, по-моему, испанцы, если я не ошибаюсь. Короче, металкорщики. И у Slaughter to Prevail вышел лайв. Я ни одного вот такого профессионально снятого лайва у Slaughter, короче, не смотрел. Надо посмотреть. На Бабу-Ягу, короче, лайв вышел. В общем-то, сегодня контент насыщенный. Станция, присаживайся поудобнее. Сейчас будем... Экзибит, блядь. Надеюсь, они там все на прокачанных тачках. Да-да-да. Тачка на якутскую прокачку. На прокачанных оленях. Откуда они? Они якут? Да. Написано было, что типа красноярская группа. Блин, я вот честно, как бы, ну, станция. Я не узнавал именно, что... Станция, кто шарит, напишите в комментах, откуда, ну, чья считается группа, красноярская. Ну, в смысле, понятно, что наша, вот, но, типа, интересно. Единственное, я знаю, что они, вот, поют на каком-то, ну, забытом у них родном языке. Ну, я, как бы, не в этом не сильно разбираюсь, но это, блин, звучит круто, и музыка у них вообще...
Exhibit. Я знаю, у них новая солистка, если не ошибаюсь. Redefining a culture, stepping out of line, big phenomenon, the head up a vulture, sipping alkaline, watch the bottom line, realign my focus, I am kicking the door with no notice, I got planet earth on my shoulders, but I'm still making my quota, battlefield with my soldiers, never believe what they told us, trust, leave it all to your oldest, got a bundle up for these moments, Siberian ice be the coldest, spin some corners, this California, I'm coming back for my lotus. Чаян полар синий, чан прайно макирик сигезен парасинен эстендерин тр-тр. Сагас кюзен азар постен чаны юглин азах постен хурак тарюглин азарга пазасин кюзерин поза бора чир полар кюн чары чир чаян полар синий, чан прайно макирик сигезен парантырин эстендерин. Ни хрена себе. Ё-моё, блин. Ты приколись, как они сочетли несочетаемые. Да, блин. Ну, мне понравилось, блин. Ну да. Это, как интересно, это что... качает, блин. Да, вот этот барабан. Это ж как этномузыка получается, да, правильно? Да. Я понимаю. И вот этническая музыка, сделанная в стиле такого кайфового хип-хопа, еще и секзибит. Это что? Я не перестаю охуевать просто от современного мира музыки, и я безумно счастлив, что живу именно в это время. Не то время, знаешь, когда мы еще совсем пиздюками были, и вот была у нас седая ночь, блядь, была у нас всякая, короче, Губин и вот это все, и больше ничего не было. И тебе приходилось слушать, ну я, например, да, когда Белки был, короче... Мы слушали Eminem, 50 Cent, потому что нечего было. А ну, сейчас да. Такое разнообразие, посмотри, этнические ребята из России, которые фитуют с этим... Тем более с кем, это же легенда, блин. Да, чел же легенда.
Это вообще супер, просто опыт какой-то я невероятный. Я просто в шоке. Это... Как оно качает. Неожиданно. Да-да, вот этот момент. Просто. А какие девчонки? А какие девчонки? Вот я еще на стриме говорил, и вот сейчас говорю: вот на каждой, вот любую возьми, вот сразу бы женился. Вот так вот просто вот одну взять, вот так сразу женился. Вот так сходу просто. Вот все, сразу, все, расписываемся, все, моя жена, забираю себе. Вот, просто бомба. Кто слушает Атакен? Атакен, да. Атакен, я Атакен. Я могу ошибаться, и спросите, если или Атакен, да, Атакен, мы можем как-то... Атакен, напишите нам в комментах, как правильно, потому что мы не шарим. Но было просто супер интересно. По-моему, Атакен правильно. У, все-таки. Она же пишется этим, как его, не кириллицей, а латинскими буквами. Латинскими? Бля, да, что я несу? Неважно, короче. Ну, в общем-то, классно. Едем дальше? Да, погнали. Ой, хорошо, разогнались. Так, станция, продолжаем наше музыкальное приключение. И в фокусе внимания на данный момент супер охуенные металкорщики из Испании. По-моему, я надеюсь, я не ошибаюсь. Станция, если я ошибаюсь, поправьте. Это надо услышать всем. Я услышал, разъебался просто. Сейчас будет приветик. Чуешь,
Мать моя женщина. Скажу сразу, до этого я как бы этой группы не интересовался. Потому что меня вообще, в принципе, трудно удивить. Если, допустим, даже у меня бывает такое до абсурда ходит, если мне название группы не нравится, то я дальше... На самом деле такая же хуйня, да. Да, и как бы вот, блин, ну, мне понравилось. И вокал как бы приятный, и расщепление вот такое, у него голоса такой прям, сказка. Я буду слушать, но однозначно это 10, а даже 11 можно поставить уже. Это прям... Я подчекаю эту группу. Очень классно, что, типа, вот именно их, когда слушаешь, типа, мы, по-моему, делали как-то раз, у нас был выпуск с этими пацанами, вот, но, правда, уже давно, и суть в чем, вот это сейчас был качественный, породистый, добротный металкор, такой, который такой, сюда, его, пожалуйста, сюда, блядь, который просто проникает. И тут все, что мы любим, ты понимаешь? Да, и да. Рифы вот эти замечательные, и припев вот этот, мне очень нравится вокалист, у него вот эти высокие припевы, которые да, он задирает. Вот именно вот расщепляет голос еще на высоких. Это... Да. Это как, это же Сэма Картерсовская фишка. Да, моя почти. Сэм Картер у нас сегодня здесь присутствует. Кстати, станция, блядь. Зацените, я сейчас вот найду фотку Сэма Картера, я ее вставлю сюда, чтобы было понятно, почему. Да, все знают, что Сэм украл мое лицо. Да, вот. Так что у нас есть собственный личный Сэм Картер на Metalcore станции. Единственное, знаешь, что меня смутило? Вот клип, вот этот вот момент, где он там в воде, вот эту там... Где-то я это уже видел, по-моему. А это дохуя где было? Мне больше запомнилось, как эти, блин, французы. Landmarks? Landmarks, да, у них вот на этот трек. Я не помню, на какой. А какой-то у них трек был, где они там в гараже. Но это часто используют. Lost in a Wave. In a Wave, да. Вот у них там, да, он тоже там в этом бассейне, там, типа он... Блин, я не помню. Но это знаешь, как взрыв за спиной у главного героя в кино. Ну, типа, этот худохуя где был. Ну да, просто, я не знаю, вот на эти мелочи всегда это внимание обращаю. То же самое, как прошлый выпуск, вот, с Bad Omens, где у них вот это вот на припеве ставка была из The Death of Peace of Mind. Это прям очень мне прям слух прям сразу о, блин, как так, откуда, ничего, зачем? Это же другой трек. Не, ну, блин, музыка вообще бомба. Я буду слушать. Спасибо, станция. Станция, короче. Выполняйте наши повесты. Да, это нам прилетело на стриме, между прочим. Суть в чем? Свои мысли по поводу группы пишите в комменты, добавляете, не добавляете, что понравилось, и вот это вот все. От меня тоже десятка, конечно же, разумеется. Это в плейлисте уже не парочку дней уже крутится с кайфом, поэтому... Да, у меня месяца три точно будет. И обычно, если трек нравится, вот на репит ставлю один и хожу. На тренировке вот у меня везде один, короче. А вот такая хуйня, кстати, происходит. Типа, у меня так было с Atlas Susi. На стриме просто Санек закинул Atlas Susi, я ничего не хотел слушать, кроме него. Несколько дней он у меня на постоянном репите был. Я только его слушал. И ничего в этой жизни больше не хотел. По-моему, солист, ну, этот момент из клипа, где-то Тультян аватарки был, или на аватарке группы, да, чата был, да. Это, блин, да, есть такое. Да, то есть вот такое, типа, влюбляешься в трек в один, и все, и гоняешь его, вот такая вот хуйня. Если у вас так же, напишите нам об этом, станция. Будем с вами на одной волне, короче. Да, напишите, сколько по максимальное время вы слушали один и тот же трек. Как вы не сошли с ума на прослушивание одного трека. Ты, ну, Суси я слушал, наверное, дня три. Не так, что, типа, весь день, понял, слушаешь? А вот, типа, я вот иду куда-то, слушаю, там, еду куда-то, слушаю. Вот так вот три дня точно. Вообще не отпускал. Нет, у меня, допустим, у меня есть плейлист, да. Допустим, если вот та же Яндекс.Музыка, у меня плейлист заканчивается, идет уже какая-то подборка. То есть там же и искусственный интеллект обрабатывает твои пожелания. Яндекс, свяжитесь с нами, блядь. Да, мы тут, блин, у нас все. Рекламу, блядь, делаем. Яндекс, да. И какой-то трек попадает интересный, и все, я вот сразу его добавляю, короче, у меня он
единственный на репите. Я могу, ну, час, два, три, допустим, чем-то занимаюсь, и он даже не наедает. Mm-hmm. Я могу, допустим, на следующий день также сначала начать с него, а потом дальше уже слушать плейлист. Mm-hmm. Но где-то месяца три так мне происходит, потом все уже. Отсюда. Потом уже заел будет. Да. Вот это на самом деле хреново. Вот мне вот так. Я, знаешь, как с вот этим борюсь в последнее время. Что типа, чтобы вот так не загонять трек до смерти, короче, я его откладываю и включаю там, допустим, раз в неделю. И потом, когда я понимаю, что уже слишком много, давай отложим. И вот, например, я для себя решил точно, и скорее всего, насовсем, ну, пока что так, что, типа, для меня два альбома вот эти архитекторов, которые All Our Gods Have Abandoned Us и Holy Hell, вот эти два альбома у меня только зимой я их слушаю. Все, то есть все остальное время, вот сейчас зима закончилась, сейчас все расцвело, распустилось, все, я не слушаю архитекторов вот эти два альбома, слушаю новые, новые, да, они весенние, короче, а вот эти два старых, вот они чисто вот для зимы, и поэтому, когда зима наступает, ты такой, бля, сюда мою вкуснятину. Блин, а у меня вот такого нет, у меня нет отделения летний, зимний, осенний, весенний, у меня на все сезоны, короче, все одно. Ну, надо, кстати, так попробовать. А тут видишь и разделение по сезонам, и чтобы не заебал. То есть, например, вот те два альбома я слушаю только зимой, и все. Все остальное время жду, короче. И когда ждешь, и вот доходит до них момент, и вот как такой, сейчас я. То есть, вот так, станция. Так что такие пироги. Пошли с Уолтеров посмотрим, как говорится. Сашку Шоколая, значит, нашего смотрим. Германии, значит. Это реально лайф, да, записано. Ты не попадает на примере. А ну-ка, как это на лайве звучит? Я
да? Ударный парк. Да. Да. Ты, божи, ты был на концерте Slaughter? Да, в Волгограде. Был все-таки. Ну, там чуть-чуть похуже, как они сыграли. Почему? Ну, мне так показалось. Не знаю, может, просто запись такая. Но я вообще так к Лайону тоже отношусь скептически, потому что я же привык к студийную версию слушать, а потом тут резко лайф. Ну, такой, блин, а что так, блядь, хуже сыграли-то, блин, чем должно быть? Допустим, тот же самый вокал. Это вообще вот с вокалом, вот лайф и студийная версия — это всегда проблемы. Потому что где-то в ноты не попадает, где-то уже выдохся, устал уже, как бы все. Ну, как бы уже такое чувство уже как бы. Ну, а вот в Волгограде как они звучали? Ну, блин, по крайней мере, они... Ну, меня удивили. Я, в принципе, как бы таких концертах не было именно такого жанра. Но я оторвался. Прям... Вот это и прикол. Видно же, что народ прям... Особенно немцы там вообще, блядь, их там разрывало нахуй от этого. Но я сейчас в фулл-фокусе сидел, чтобы послушать, как это звучит на лайве. Блядь, я еще сначала аж немного расстроился, когда только началось. Я подумал, что как будто это запись, короче, типа, и просто лайв-видео. А нихуя, это прям лайв записано. Не, ну, скорее всего, может, у них какие-нибудь задние там, то есть... Не, там дососы было слышно. Да, 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 да. Это было слышно. На припеве дососы были в конце, где он, баба Яга Костяная нога, нос потолок, просто кто же я? И вот этот финальный, баба Яга, самый низкий, там досос был. Да, да, да. Короче, но они сейчас есть везде, типа, и это вполне нормально. Но суть в том, что звучат практически как на записи, это охуенно. Я вот первый раз вот именно лайв вот такой вот записанный от Слоутеров слушаю, типа... Я тащусь от барабанщика, это все это... Женя, да, Женя это дает, он вообще, он выматывается настолько, он уже весь там все так печет, он... Вот так вот нахрен, эти блазбиты эти, просто шикарно. Ну они все вместе делают просто ебенистическое. Знаешь, что удивляет, допустим, есть такие партии, вот блазбитовские, там еще сверху какой-то риф идет, как они, блядь, синхронизируются, он, допустим, потом резко остановился, там дальше пошел. Ты что, надо же с гитарой еще с... Да. Как они тут приделали? Для этого надо быть, как сказать, мастером своего дела, ну, нахуй. Да. А не сидеть на диване и пиздеть. Да. Что, блядь. Вот они что-то тут дососы, блядь, тут это самое тут, блядь. Особенно те, кто хуесосят Slaughter to Prevail, что хуйня какая-то. Да, блядь, пойди поиграй, блядь, да, черт. Там, блядь. Поэтому они там все накачивали. Они наверное, все худые пришли такие, давайте играть тоже. Такие банки уже повылазили. Может, нам тоже надо, блядь, создать дедкор-группу и играть, чтобы стать худыми и накачанными? Да, и может, помолодеем, наконец. Есть такой вариант, станция, как думаете, или... Metalcore band какой-нибудь там, boys band. Давай сделаем metalcore группу и назовем ее Радиоактивные люди. Радиоактивные люди. Radiation people. Радиоактивные люди. Вокалист. Циклопы. Циклопы. Барабанщик, юбилей. Юбилей, да. Короче, станция, вот такие на сегодня пироги. Короче, вот так вот посидели. Плохие пирожки такие. Да, нормально. Атукен нам раздали с экзибитом, потом Metalcore, потом Slaughter to Prevail. Я дожидал там что-нибудь, ну понятно, что экзибит, но там что-нибудь прям...
А тут прям такой хопчик. Ништяк. Короче, вот так вот время проводим. Значит, приезжайте в гости, помните, да, что надо приезжать в Пятигорск в гости. Знаешь, что еще интересно? Очень от многих людей я слышу, что которые типа из провинции приезжают там в столицу, в Питер, такие, да там хуйня, там дерьмо, блядь. И как раз таки вот я лично говорю про себя, я обожаю нахуй Пятигорск, я бы такой бы, чтобы все переехали в Пятигорск, приезжайте в нашу глухоперть, блядь, тут охуенно, вы не представляете себе, какие да тут я бы не горы, сказал, что прям глухоперть, прям, блин, городок максимально уютный, приятный, и тут и дышится, и спится, наконец, и ходится, и гуляется, все с кайфом. И жрется. А жрется это вообще. А жрется мы сейчас пойдем, блядь, по одной шаурме по-кавказски бахнем. В поезде буду ехать, у меня вот так муза будет. Я посередине в проходе стоять буду. Так что с кайфом приезжайте все, переезжайте все в Пятигорск. Жить, кайфовать, наслаждаться. Просто пушка города. Да, только с одним условием, гулять деда не звать. Не звать меня гулять нахуй. Я вот уже второй день сижу, отдыхаю, блядь, отхожу от тех походов. И ляжка натертая кое-как зажила, блядь. Да. Спасибо Лехе. Спасибо Лехе. Такой. Короче, станция. Подписывайтесь на канал или не подписывайтесь. Похую вам, да, что, блядь, рассказывать вам что-то. Мы и так два деда сегодня надушнили нормально. В общем, связь. Увидимся здесь же. Ссылки в описании. На Boosty выходит эксклюзивный контент. Между прочим, мы с Лехой там посмотрели аниме. Пойдите, посмотрите. И, конечно же, телега, чтобы держать руку на пульсе станции. Короче, с кайфом. Увидимся. Пока. Пока. Посмотрите на задрота. Лёх, я вывожу как могу, посмотри. Посмотри, что я творю. Гаси их. Смотри, что я за грязь исполняю. Братан, сиси. Я сиси такой же есть. Я такой ядерный. Ой, хорошо. Так, я надеюсь, не записалось. Все. Как обычно, блядь. Записалось.